числе награжденных руководители строительных организаций, инженеры и прорабы. Заслуженные награды лучшим представителям регионального строительного сообщества вручил глава Волгограда Владимир Марченко. За многолетний труд, вклад в развитие строительной отрасли и преданность профессии глава Волгограда наградил 43 волгоградских работника стройиндустрии. В числе награжденных Николай Демидов. Начинал с рабочего, теперь руководит обновлением центральной набережной города-героя. Строитель – это тот человек, который создает историю. Вот набережную я построю, меня не будет, набережная будет строить. Поэтому будет наши потомки будут смотреть на то, что мы создаем. Надеюсь, вспомнят добрым словом. Сегодня в Волгоградской области созданы все условия для рывка в жилищном строительстве, учреждений культуры, образования и не только. С 2014 года в регионе сделан большой рывок по преображению городов и поселков. Обновлена инфраструктура, запущен комплекс мер по усилению доступности ипотеки. На торжественном мероприятии присутствовали представители власти и общественники. Главными гостями праздника были выпускники и преподаватели легендарной Качи. Самое главное, что я отдал Каче все доброе, что хотелось. И встречаясь вот здесь своими выпускниками, и когда подходишь, и они говорят: «Командир, спасибо тебе за науку, вот, что ты нас воспитал». Минуты молчания почтили память павших воинов-летчиков. На мероприятии представили книгу «Летчики Качинцы в Сталинградской битве». В ней собрано описание героических поступков летчиков в сражении над Волгой и славная история училища. Торжественная часть продолжилась концертной программой. Ее представили творческие коллективы культурно-досугового комплекса «21 век» Дзержинского района Волгограда. Наш информационный портал объявляет конкурс на лучшее фото жениха. Присылайте фотографии своей второй половинки по адресу электронной почты, которую вы видите на экране, до 12 сентября. Направить можно не более 5 снимков и не забудьте указать контактные данные для обратной связи. При желании можно рассказать историю вашего знакомства, чем запомнилась свадьба или почему именно такой наряд был выбран для торжества. 13 сентября члены экспертного жюри выберут самые запоминающиеся фотографии. А дальше судьбу победителя определит открытое онлайн-голосование на сайте МТВ Онлайн. Оно пройдет с 14 по 26 сентября. Дерзайте, и, быть может, победить суждено именно вам. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер восточный, ночью 8-13 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 23, плюс 25, днем плюс 35, плюс 37 градусов.